Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Сегодня у нас внеплановый видео-выпуск, и мы, как видите, празднуем Хэллоуин. По причине того, что православные активисты очень-очень сильно просят этот праздник не праздновать. И так достали своей пропагандой, что мы решили все-таки этот праздник отпраздновать. Потому что, как семьеведы-любители, мы немножко изучили иностранный опыт празднования этого праздника. Так вот, в англоязычном мире праздник Хэллоуин используется исключительно для того, чтобы лучше понять себя и своих детей. Потому что, как известно, в основе празднования Хэллоуина лежит маскарад, то есть костюмированное театральное представление в вольном стиле. Фактически, человек выбирает себе некоторого фантастического персонажа. Это не обязательно должен быть зубастый кровавый монстр. Это может быть и цветочек, и птичка, и рыбка, и ангел. Может быть, конечно, и какой-нибудь хищник. Может быть, какая-то фантастическая тварь, вампир или зомби. Но самое главное, что важно, именно рассказать про своего монстра, костюм которого ты на себя надел. То есть, где этот монстр живет, чем он питается, есть ли у него друзья, есть ли у него родители, как он проводит свободное время, как он празднует Хэллоуин, с кем он празднует Хэллоуин. И поэтому вот мы решили тоже сделать нечто подобное. Взяли листок бумаги и написали немножко про то, кто мы есть в контексте этого Хэллоуина. Ну, Лен, прочитай. Ну, наш хэллоуинский образ – это вампир православный. Подробнее об этом монстре. Образ жизни. Живет среди людей. Обладает развитым интеллектом, критическим мышлением. Интересуется наукой, культурой и общественной жизнью. Носит одежду обычную, не отличающуюся от одежды остальных людей. Нет клыков, когтей и крыльев. Религиозен. Не боится креста, наоборот, участвует в церковных таинствах. Любит православную атрибутику. Хорошо разбирается в богословии и православной субкультуре. В качестве церковного служителя, увы, не пригоден. По причине своей нелояльности. Да. Принципиально. Не любит эзотерику, оккультизм и спиритизм, так как он христианин. Натура утонченная и творческая, миролюбив. Любит вкусно поесть. Отличительная черта. Потребляет в пищу в небольших количествах кровь, которую покупает в магазинах красная и белая или пятерочка. Принципиально. Никого не убивает, кровь из людей и животных не пьет, в кровавых обрядах не участвует, потребляет только продаваемый в магазине продукт под названием «Кровь красная столовая». Наиболее близкий литературный прототип – это персонажи современных фэнтези. Например, у Сергея Лукьяненко «Ночной и дневной дозор». По жизни он может быть как и интровертом, так и экстравертом. Отмечает Хэллоуин исключительно среди себе подобных или в узком семейном кругу. С Хэллоуином? С Хэллоуином. Happy Halloween! Happy Halloween! Так что, православные братья и сестры, прежде чем ругать Хэллоуин по причине того, что когда-то делали какие-то древние кельты, или по причине того, что у кого-то какая-то
не нравящаяся вам маска. Вы лучше спросите того, кто этот Хэллоуин празднует. Таких людей в интернете полно. Очень много подростков, которые ставят очень интересные постановки на тему Хэллоуина, квесты. И вы расспросите, а что у них за персонаж, почему они выбрали такого персонажа. И вы знаете, к своему удивлению, окажется, узнаете, что вот эти всякие зубастые, клыкастые там монстры, они, в общем-то, в глазах участников Хэллоуина, они более нравственные и более приличные, чем окружающие люди. Что очень странно. Они странно, потому что дети, они смотрят на родителей, и в Хэллоуин они наряжаются в такого монстра, которого они, каким бы они хотели быть, они видят себя в этом вампире, переносят как бы на себя вот этот образ придуманного существа мифического. Поэтому не стоит осуждать какой-то праздник или людей, участвующих в этом празднике, до тех пор, пока вы не разобрались и не пообщались с участниками, и не имеете полную картину мероприятия. На этом мы прощаемся с вами. Это были семьевиды любители Колян Платков. Елена Магадан. В контексте Хэллоуина православные вампиры. С Хэллоуином. До свидания. До встречи в следующих видео. Спасибо за внимание. И по хэллоуинской традиции просим, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не надо нам ваших сладостей, не надо нам жизни или конфеты. Давайте лайки, 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 комментарии, комментарии, комментарии. А если поставите дизлайк, то хотя бы напишите, за что дизлайк-то. Спасибо. До свидания.